Влад, ты жив? Пока да. Вытащи меня отсюда. Инди во второй башне. 27 этаж. На северной стороне меняют окна. Там ты сможешь выбраться. Понял. Возьми, снайпер! В укрытие! Постарайтесь его обнаружить! У тебя гости. В моем плане такого не было. Попробую отпугнуть его. Осторожнее, ситуация выходит из-под контроля. Черт, забирай деньги и убирайся оттуда. Какой-то кошмар начинается. Спокойно, справлюсь. Сообщение о террористической атаке в центре Москвы. Проклятый вертолет. Убирайся оттуда. Они вызывают войска. Этот лифт идет до 25 этажа. Тебе нужно на 27. Понял.
Макс, я приземлился на какой-то стройке. Как у нас дела? Ты во всех новостях. Знаешь что, твоя мишень не была торговцем оружием? Что? Это был министр обороны. Это подтверждено. Нас подставили. Черт возьми, нужно выбираться отсюда. Спускайся на землю и уезжай оттуда. Быстрее. К тебе там куча народу поднимается. Понял. Вали деньги того стоят. Точно. Уходи оттуда. Вижу противника. Хоть один спокойный. В противоположном углу есть служебный лифт. Проверь, работает он или нет. Понял. Работает, спускаюсь. Отлично. Увидимся в машине. Остановился. Я уже близко, дойду по лестнице. Скорее! Я на земле. Отлично. Теперь поторопись. Возьми машину и дуй оттуда.